труппа впервые работала с документальным материалом. Его автор – знаменитый оренбургский поэт Виталий Молчанов. Он написал поэму «Донецк». Именно она послужила основой сценария. Это впечатление моей от двух поездок. Вот, от поездки в 2017 году в Донецк и от поездки в Донецк и Луганск в 2019 году. Спектакль начинается с шокирующего видеоряда, отрывки новостных выпусков, видео из соцсетей, с чего начиналась трагедия Донбасса. Затем выходит артист. По замыслу режиссера это автор, который видел все сам. Пропускает все это через себя и не может сдержать ни эмоций, ни возмущения. И все это... Ну, скажем так, и пропитанное и болью, и удивлением. 2014 года, практически сразу после референдума, мы тогда приехали вшестером, привезли полтонны книг. Режиссер-постановщик спектакля Рифкат Исрафилов проводит параллель между событиями 40-х годов и тем, что происходит сейчас. В качестве изобразительного приема он включил в постановку песни военных лет. Созвучно вот этот вопрос, который сегодня волнует нас, как раз отвечаем на те болевые вопросы, которые волнуют сегодня всех. Спектакль получился о судьбах, о 8 годах страха и боли, о добре и зле. Елена Фурсова, Виктор Грушенев. Новости дня.